празднования сразу двух важных событий – Дня Победы и Дня Защитника Отечества – для военнослужащих воинской части 55-16 состоялся праздничный концерт. Мероприятие было организовано совместными усилиями коллективов этнокультурного объединения и Казахского культурного центра АО «Кармет». Сегодня мы, наш этнокультурный центр при «Кармете», собрались поздравлять воинов казахстанской армии. Мы в честь этого подготовили этнокультурный центр номерами, поздравлениями, и чтобы в нашем стране был всегда мир. На мероприятии звучали поздравления, военно-патриотические песни и стихи, посвященные защитникам Родины, что приятно порадовало военнослужащих. Журавли, как и мы все домой летят, и ты меня просто жди. К гостям праздника с поздравительной речью обратился старший лейтенант воинской части 55-16 Нурбулат Мырзабек. Дорогие ветераны, военнослужащие и другие гости, поздравляю вас всех. Желаю всем мирного неба над головой и будьте здоровы. Спокойствия нашей стране. Наша национальная гвардия готова защищать нашу родину и быть преданным нашей родине. Поздравляю вас с этим праздником. Хореографические коллективы исполнили яркие танцевальные номера, добавляя атмосферу праздника и радости. Мероприятие собрало представителей разных национальностей и ассамблей, включая солдат из воинской части 55-16. В программе песни и танцы, отражающие национальные ценности и патриотизм. Этнокультурные центры регулярно проводят подобные мероприятия, подчеркивая их важность и значимость. Зрители приветствовали аплодисментами творческие номера в исполнении юных артистов. И, конечно, общая эмоциональная атмосфера праздничного концерта, в котором царил дух патриотизма и праздника, не оставила равнодушным ни одного зрителя. Военнослужащие ушли с мероприятия с хорошим настроением, поблагодарив всех участников за минуты радости и отдыха, которые им подарили. Анастасия Ходрева, Максим Ломакин, Евгений Ходорев. Новости Темиртау.